Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Как сильно религия вообще моя влияет тут, хотя не знаю, что я тут на нее... Да, ну на англичан, конечно, моя религия больше влияет. Да, не успел поменять. Блин, тут вот плюс 3 тоже. А, видите, я уже не смогу здесь полностью ромашку сделать. Но вот здесь я бы сюда священное место поставил в Медиолане. Не, я бы тогда для ромашки еще что-нибудь там поберег. Туда можно, например, театралку еще завернуть. Поэтому промышленную давайте сюда. Это чьи границы? Финикия? Фига себе. Финикия, так может все-таки открытые границы? Ты так этого хочешь? Ну, и мне неудобно, я не могу пройти, вон, увидеть дальше континент. Если тебе просто пройти до ГГшки, то давай. Давай. А где находится Инг? О, как приятненько. Сейчас смотри, Михаил, осудите еретика. Хе-хе-хе, плюс 25 влияние. Там к тебе уже англичанин апостолы идут канадские. Так, на минуточку. Ну вот, раз ты чилишь, ничего особо не делаешь, вот тогда... Так это мне тут повезло, потому что он как бы идет... Просто я его увидел, потому что он, у меня там юнит стоял. А так он слева от Брюсселя идет, как бы вот сверху туда. Ну, я тебе просто напоминаю, что ты можешь ему войну тут не объявлять сейчас, у нас принято в Конгрессе. Да, кстати, полезное замечание. Ну ты можешь, в принципе, в одну коняшку купить, ну две, и пойти побегать и посмотреть, где они там еще ползают. В смысле, где побегать? Так у меня тут везде как бы юниты и так есть. Ну, значит, можно заниматься полезным делом. Так, меняем карточку. Это тоже не работает, и плюс 4 надо. Ну, кстати, рационализм, когда 15 жителей, у меня еще есть где-нибудь 15? У меня только следующим ходом в Риме будет 15. Ну, уже можно подумывать о том, чтобы ставить, да? Блин, а с хрен... На ли тут кампус сломался? Не понял. Из-за чего? Какой-то буря? Нет. А, вот тут буря была, да. Так, сколько зарядов? 6. Thank you.
Что-то Саладин все еще жив? Ну, я так понимаю, американцы кто-то атакуют с другой стороны, или что там происходит? Да никто его не атакует, я просто снес ему один город. На этом вся война и закончится. Так, что мне тут надо? Две угольные электростанции я построю. А что я в Ареции хотел после дворца Потала? Что-то хотел тут строить. Кампус. Плюс 3. И удалось поломать. Так, уменьшается время выполнения и подрыв плотины. Наверное, у канадца вряд ли будет. Давайте вероятность побега повысим. Плюс 50% к шпиону, мне кажется, нет. Ладно, поставлю. В принципе, меня тут должны неплохо работать в Канаде. Ты убрал меточку со стока Трента, я его до сих пор еще не нашел. Лодку купи в Путиола. Путиолах. Это ты по игре говоришь, или ты у тебя какое-то объявление на сайте? Лодку купи. Купи лодку. Так, дворец Потала, отлично. Давайте тут все-таки, да, мастерскую и фабрику построим. Все-таки тут производственный город. А вот что с кампусом? У меня тут, я смотрю, плюс 3 есть. На бананах. В принципе, инженера на чудеса снова Михаил забрал. Ну, он, короче, всю веру туда тратит, походу. Алексей, а ты не хочешь ему объявить войну, там, не знаю, там, и попробовать там отжать пару городов, чтобы... Да ты что, проход не видишь, какой у нас? Нет, не вижу. Ну, понятно. Поверь, тебе было бы проще ему объявить войну. Потому что у тебя тут поля, просто пробежать к нему. А у меня два прохода в одну клетку через горы. Наска побеждена. Так будет с каждым. Каждой наской. Ты наско-ненавистник? Блин, что это? Откуда? Откуда это говно приплыло, блин? Ой, даже не знаю. Гавань поломал. Вроде нет, а вроде да. А может, это все слова?
Вот, открылась переработка. Так, ну что я точно убить, уничтожить врага при помощи мушкетеров? Вот два арбалетчика вполне. Только мне бы карточку бы поставить. Хотя ладно. 125 монет потеряем. Да, это мне из-за того, что варвары гавань разрушили, не могу посылать. Так, вот этого рабочего давайте сюда. Блин, так далеко до этого научного города ехать. Ну, промышленную зону и тут буду ставить все-таки. С баней. Может, священное место организовать? Давайте пока поставлю тут. О, Рурочка. Блин, ну я уверен, что Рурочку этот канадский промышленник. Ну, вообще не видно. Блин, какой красивый собор Василия Блаженного в Монреале. Вы бы видели. А ты покажи. А вот показывал сейчас. Блин, ну тварь. Плавает и грабит. Откуда он взялся? Вот реально просто. Откуда этот... Это каравелла? Вопросительный знак. Привет, команда. Может, маяк тут? Давайте я куплю его и отправлю этот караван тогда. Как бы мне этого поймать апостола? Блин, 16 ходов кампус, может зря я его строю. Блин, это реально такое ощущение, что какого-то другого континента приплыл, каравелла приплыла. Оружейную, две бомбарды, это все вряд ли. Плантация плюс пищу. Надо ли мне? Наверное, не надо. Внимание, внимание. Апостол. Замечен апостол. Ну так убей его. У тебя там лучник стоит.
Сейчас смотри, на заклитие там рыцарь брюссельский отойдет. Прыжок. Тебя не смущает, что там болото, скорее всего? Нет. А, нет, успел, да. Кто-то из Рима тырит деньги. Скандал — это как раз на города-государства. Давайте я это сделаю и отправлю. Когда научную ГГшку найду, отправлю его там куролесить. Финики, посмотри сделку. Во имя наших будущих отношений. Будущих, предыдущих и те, которые будут. И будет между нашими детьми и детей-детей. Там, то есть внуков. Ну и так дальше по следующему там поколению. Добро. Экономика. Так, сюда осадная тактика. Сюда порох и... Наверное, порох открою первым делом. Тем более, оружейную не собираюсь. Вот два банка, кстати, тоже хорошая идея сделать. Фабрику и мастерскую мгновенно создает. Можно было бы забрать. Пожалуй. Видите, сколько культуры у канадца? Ну так все там усеяно амфитеатрами, наверное. Не, это... Это эти... Хоккейные площадки, во-первых. Во-вторых, у него... как его? Собор Василия Блаженного плюс... дает. А, он еще алькасары поставил. Тварь возвращается. Нет. Так, пригород, кстати, теперь вроде как ничего. Давайте мы его откроем. А что я сейчас открыл? Гуманизм. Ну, я бы пока ничего не менял. Я же никуда еще не хочу отправлять. Наску захватили. В Брюссель можно и так три... Кстати, у меня уже есть электростанция. Эти города... Чё, только сейчас Брюссель перекупил. А. Зачем он мне? Я чисто интуитивно посчитал то, что это, скорее всего, был бы канадец.
чудеса-то строить надо. Да он их не строил, он их просто эти туда запихивал. Так как его? Они же стакаются. Кто? Но... А, ты в смысле, если что ему бы больше стало... Ну, может быть, ну, да. Ну, что-то у меня дофига послов, реально. Просто, ну, не знаю, можно в Венецию отправить. Ваши торговые пути к иностранным городам приносят плюс одно золото за каждый редкий ресурс в пункте назначения. А унса плюс одно золото за перемещение на 5 клеток на торговых путях. Так, кто-то... Ну, тут слишком много союзников в этих городах. Смотри, американец, у тебя сейчас с 8 городами науки столько же, сколько у меня с 3, а культуры-то меньше. Знаешь почему? Потому что, как я в начале игры сказал, ты испортишь сам себе игру. Что-то мне не нравится вот эта армия, увеличивающаяся у Канады. Очень не нравится. Не, ну, если я поставлю стены и это, то он не заберет, конечно, но он явно настроен. Аквилею тоже, наверное, вряд ли. Блин, как тут пройти к этому... К этому городу? У него тут кампусы вообще. Ну, не видно, к сожалению. Алексей, предложение. Ну, у него только Оттава на 15. То есть я не думаю, что там рационально. Но вот эта культура, конечно. И причем культура у него идет именно что не от театральных площадей, а просто даже можно глянуть. У него только 4 очка великих людей. А, музыканта, подождите, а этих 10. То есть, ну, штуки 3 может быть театральной площади стоять вообще-то. Он прется апостол. А что он взял? Ну, крестовый поход вроде не взят. Блин, не хватает населения.
У него тут есть вообще где-нибудь плотина из того, что я вижу? Нету, только акведуки. Я просто сомневаюсь, что в такой территории может быть. Ну и Вербург по партизан тоже вряд ли. Ладно, давайте плотину пока возьму. Ну, ты слышишь, канадец, то есть ты стал уже обращать прям города мои. Канадец уже обращает города. Давай, отпускай. Я уже, ты уже осужден. А можно только, чтобы не только я объявлял войну Канаде, можно, чтобы кто-то еще его осудил? Почему вот все, никто его не осудил, кроме меня? Я его вообще не нашел. Я вижу, что вот Финикия, Грузия, а Инк... Саладин и Виктория вообще даже не осуждали его. Так он я осудил его. Пока что. Что действует? Этот, резолюция, которую можно осуждать. И что? Сейчас она закончится уже. Он один ход остался. Ну то есть ты не хочешь с канадцу ничего делать, да? Если я что-нибудь могу сделать, то я, конечно же, сделаю, но я ничего не могу сделать. Так, мне надо... Ну, как бы, объявить войну, ну, хорошо, он Каперов. Меня, карманы, кажется, не пускает к моим городам. Нет, не пускает. Как бы, ничего от этого ни хорошего, ни плохого не произойдет. Увеличить наем за веру. Да, согласен. А остальные что-нибудь скажут? Строить где? Что за веру? Чего? 100 за веру или 50? Священное место нельзя строить, знаете. Не, так смысл. Я думаю, за веру А или Б голосовать? Давайте плюс 100% к в кампусе. Строить здание. Дайте там зону хочешь. Давай. Я уже там. Блин, мне тут надо как какой-то юнит еще держать. Блин. Неудачно это Канада, конечно, там. Для меня неудачно. Так, плюс 100%. Что там прошло? Промышленная зона, вера. Блин, как бы мне Аквилею побыстрее вырастить. Я могу тут за один ход какой-нибудь юнит построить.
квадрирем особенно мне поможет. Ладно, давайте летучий отряд куплю. А мне кто-нибудь денег даст юниты тут купить? Чтобы его апостолов мочить. Хотя бы там по соточке скинулись бы. Нет? Я ну что, на что? Я уже потратил. На купить юниты, чтобы убивать апостолов Канады. Я сейчас к нему апостолами своими пойду. На все деньги. То есть на все веру. Да, что у тебя? Прям веры достаточно, чтобы с ним... Не знаю, просто. Да ё-моё, ну... вход. У человека 288 веры вход. Сейчас будет 300. Ручка готова. Ну, Грузия, ну зачем? Так надо. Мы же с тобой, дружочки, пирожочки. Так надо. Ну кому мне чесать? Ну, технологии там повару, я не знаю. Деньги у кого-нибудь. Так шанс был. Небольшой на техе, поэтому я решил, да. Так, тут банк. И тут, наверное, банк. Мне там надо два банка для ускорения чего? Экономики. Арапа, ты куда просто находишь своих? Куда твой апостол? Канаде, он же говорил. Канаде? Да. Это по сути уже тут делать нечего. Чего? Мне тут по сути уже и делать нечего, как апостол. Я смотрю, Дамаск падает. Через стену возрождения в Каире. А ты Дамаска заберешь обратно, нет? Да нет, чем я буду забирать? А, вижу. Блин. Тупо не успеваю. Тебе просто надо было, я не знаю, у него всю игру войска возле меня стоят. Ты бы мог ему все города... Я не знаю, почему тут...
Ну, Личан, тебе не кажется, что лучше как бы на Канаду напасть, а с другой стороны? Потому что... На твоем же континенте? Не думаю. Ну, господи, ты просто не будешь иметь бонуса против него. Ну, как бы там 168 науки. Думаю, что пушки, они будут расстреливать мундиры похлеще, чем я сейчас. Хотя, чё его, давайте исследовать, что у него там, какие юниты. Так, вот один ход отложим, кампус будем строить. Питание, ты ходил уже? Так, а где он? Карфаген. Давай я так, я... Куда-нибудь. Сейчас. Вроде ушел. Все, добро. Блин, наверное, мне тут рабочий еще нужен. Так, аварицы, давайте строителя. Нет, не строителя, а этого... торговца. Рим. Дружба, союзы, все такое. Да, да, предлагай сам. Скинул дружбу. Вот надо с этими шпионами сделать что-то. Сто 70 науки у канадца. Темный век. Блин, начинает лояльность отваливаться. Лукдунум, что ли? А нет, Аквилея. Аквилею нужен губер. Может, прокачка где-нибудь? А, да, следующим ходом я Виктора возьму в Аквилею.
Англичанин, блин, кинь, да. Кинь союз, пожалуйста. Сейчас. Ну и ладно. Так, куда мне надо идти? Мне бы в подлодке на самом деле выйти. Вот они. А, но у меня нету нефти. Как мне нефть открыть? Или сначала в авиацию? Не, ну а что в авиацию без нефти? Слушайте, напомните, а что нефть открывает? Переработка, по-моему. А, или типа ускорение? Да. По-моему. Что? Две угольные остатки. Одна уже. А, точно, вот она. То есть через вот это все пройти надо. Ну что ж, тебе врага при помощи рыцаря, кстати. Вот это бы... Вместо чего тут карточка? Строители, не, наверное, не буду. Давайте уже рационализм попробуем, посмотрю, сколько добавит. 9. Хоть что-то.
Бля, ну что за... Два хода до войны. Ну что, инквизицию основывать, что ли? Придется инквизицию основывать. Англия, давай мир. Ну, я претендую на пару городов. На какие? Ну, в матчу и вот это вот, которое я забираю. Нет, я свои города тебе давать не буду. Ну, значит, сожгу. Сволочь какая, да? Да я аж это, дар речи потерял такую. Не, ну сжигай, ладно. На войне все средства хороши, я так понимаю, это твой девиз. Короче. О, полезный ученый. Ой, не ученый, кстати. Инженер. На один... О, это мне в Аквилею, наверное. Или в Лугдуном. Мне бы, чтобы нефть была и выйти в подлодки. Так, я все еще не могу, да? Один ход. Есть. Так. Значит, мне надо... Так, на что мы тут прокачиваем? Подрыв плотины. Вербовка партизан этого парня как раз в Аншан отправляем. Да мне тут, я просто 6 сюда закину и все.
Америка тоже прими. Бар тут норм, биржа давайте. Тут мы откладываем. Или еще сейчас будет ноль, и я не смогу объявить войну Канаде. Зачем тебе Кардиф? Он тебе бонус дает, а мне не дает. Это мне решил. А, что? Тебе обидно, да? Да, да. Понял. Чего? Это они. Купился есть. Постою. На счет три. Великий ученый! Великий ученый! Ну, кто выкупит? В смысле выкупит? Ну, ты думаешь, его кто-то вот. А, блин, ученый. Я, блин, на инженера смотрел. Ё-моё. Инк выкупил. Инк выкупил. Вон, блин. Ну, ты бы еще громче кричал, я даже не заметил. Британия, теперь давай мир. Ну, давай. Британия, может, теперь все-таки на Канаду? Слушай, 131 наука, у тебя 200, там 190. Ну, как бы, у меня войск-то осталось хрен да маленько, 800 это на кораблях. Ну, как бы... Так у него все города на море, как раз то, что надо. У меня на той стороне ни одного города. Вот я в курсе, я вижу карту, но если ты перебросишь свои корабли на ту сторону, а потом около Митлы апнешь их, то как раз вовремя все будет. У меня все мои корабли вокруг, ну вот этой лужи, Лондон, Патиолы, Портсмут, вот это вот Стокон-Трент, все, она закрыта. Оттуда нельзя уйти. Блин, у него еще и флот уже. Так, надо еще, значит, каперы.
А гранаду ты никак перекупить не можешь? Гранаду? Да, у тебя там 4 посла. У меня сейчас послов нету. Доступно. Слушайте, а научная ГГшка, получается, одна осталась только, да? Или еще где-то есть? По идее, одна, потому что мы ж одну убирали. Ну, типа убили. Ну да. Карфаген, давай еще раз. Это не случайно. Конечно, национализм вышел. Две полевых пушки. А где у нас пушки? Нет, я лучше в авиации туда пойду. В переработку мне надо. Мне надо в переработку. Михаил, а ты хочешь воевать, да? Ты не будешь обещать, что не будешь религию распространять? Так, мы воюем. Я как бы попытался распространить, не получилось. Ты слышал, что я спросил? Не я в курсе, что понятно. Мы воюем. Что, у вас война? Ну да. Мы юниты убиваем друг другу. Честно говоря, в этот момент я пропустил. Алексей... Нет, канона можно. А как? Я больше не мог его апостолов. Закончился конгресс. Понимаешь? Я пришлось войну объявлять. Да, ну, конечно, то, что у него там корпуса, немножко меняет дело. Михаил, я еще раз задам вопрос. Ты хочешь воевать, да? Мы будем воевать. Я могу единственное, что вот так вот сделать. Хорошо, будем воевать, мне все равно. Ты мне объявил, не я тебе. Ты обращал мои города апостолами. Наша же цель победить все-таки. Я попытался деликатно сделать это. Дальнобойных возьму. Так, слушайте, ну инквизиция нормально работает. Стоим. А можно тебя попросить в одном маленьком одолжении? А ты не могла бы свою религию укрепить до конца? Вот. Могу. Ой, вот будь ласка, сделай это. Пригород, наверное, не надо. Ну, я просто хочу Оксфорд. Увидеть то, что там нету какого-нибудь крестового похода. Мне не стоит просить прийти Михаила миссионерами и обратить мои города. Это будет идти вразрез дипломатии. Ну, в общем, тенденциям на это. Ну, в общем, ты понял. Не, слушайте, я в авиацию хочу. Все-таки давайте исследовательские гранты.
Вообще тут надо пограбить территорию, что-то я стою. Так, у него... Блин, у него, кстати, далеко бегают. У него фарусский маяк. Блин, Канада немножко впереди. Тут уголь у линкоров. Да, мне надо науку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушай, англичанин, а Брюссель ты хотя бы можешь защитить? Защитить в плане? Ну, его вон пошел канадец захватывать. Уничтожать его пошел? Он. Захватывать? Почему уничтожать? Ну, ладно, захват. Блин, вот ты просишь сделать меня практически неосуществимые вещи на своей территории, на своем континенте, кого-то пытаться защищать, захватывать или... Ну нету никого рядом, что я могу еще? Давайте в Оттаву переброшу. О, почему диверсия на производстве, тем более. Так, мне, наверное, надо туда перебросить арбалет, как велее. Арму встретил. Нет, тут мне теперь точно надо... А, блин, не хватает селитры. Англия, предложение. Я всем торгую уже. Англия. Да, сейчас. Я чуть-чуть... тоже занят. 12. Может, все-таки хотя бы в Унсу. Фрегаты строю, потому что они апаются в линкоры. То есть я хочу открыть линкоры, у меня уголь, слава богу, есть.
и линкорами уже повеселее будет воевать. Карточка у меня, по-моему, на апгрейд юнитов не стоит. А, не стоит внизу, да. Так, перебрасываем в Оттаву. Так, тут рыцарь. Ну, не понял. А, он не строится, потому что там стоит юнит, да? Ну, давайте тут тоже фрегат построим. Ну и национализм бы у меня, конечно... Открыть побыстрее. У него культуры в два раза больше, вот в этом проблема. То есть мне только тут на линкоры как-то надеяться. А у него уголь есть? У него уголь есть. То есть он сейчас может приплыть, может меня отводить пока фрегаты... Так, засвечивать. Так, Аншан что дает? Две науки за каждый шедевр литературы. Реликвию Артена. Это вообще ничего давать не будет, честно говоря. Я бы деньги подержал. Не, может подойти все-таки еще поближе. Так. Университет. Все здесь, только вопрос. Понимаете, канадец мог идти в химию, например. А не в авиацию. Я, например, не вижу, чтобы он ставил где-нибудь аэропорта, но я не всю территорию вижу. Вот в чем проблема. Катя, давайте в Ореции тут аэродром следующим ходом. И в Риме аэродром. Потому что если у меня будет нефть, то я, конечно же, бипланы буду строить. Как тут с углем? На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!